минимум Европа должна должна выступить с резким заявлением, осуждающим применение насилия в этих совершенно нечеловеческих масштабах. Вот, и вы как минимум выступить в посредниках, в диалоге между властями и белорусским народом, и также законно избранным президентом, и чтобы добиться мирного разрешения проблемы и прекратить дальнейшее насилие. Если смотреть, как закрывают метро, то ждут, пока разъедутся все эти трактористы. Сейчас отправят. Подожди. А, нет, я просто сказала, если его не избили, то... На данный момент мы хотели бы, чтобы произошли еще одни выборы, которые мы могли провести честно и прозрачно. Это основные требования. Санкции, да, но, естественно, точечные. И непризнание власти, данным власти. Просто, и, естественно, остановление всех взаимоотношений. Потому что, насколько мне известно, очень много происходит торговых отношений между Голландией и Белоруссией. Если ты дура совсем,